Юлия размышляла, когда же, наконец, начнется жизнь. Осло внезапно стал другим городом. Она встретила новых друзей, новые лица, новые места. Привет. Привет. Ты художник, рисуешь комиксы. Именно в тот момент она влюбилась в него. Сколько шкафчиков тебе нужно? А сколько можно? Это было неправильно. Это была не она. У меня ощущение, что я лишь наблюдаю за своей жизнью. Привет. Привет. Ничего не получится. Конечно. Мне иногда хочется просто испытывать эмоции. Нет, просто ты осознаешь, что ты... Ты осознаешь, что ты сейчас делаешь, что ты сейчас разрушаешь. Да, осознаю. Я хватаюсь то за одно, то за другое. И ничего не довожу до конца. Я люблю тебя, но не люблю тебя.